Вам ее и вашим поклонникам не хватает этих душевных песен. Это Веста из Перми. Или уже поздно, перевернута страница, и обратного пути нет. Пути есть всегда, правда, они неисповедимы. Но а наша ближайшая работа с Алсу, вот 14 апреля мы будем выступать с ней в Грокус-Сити-Холле. Так. Я и Алсу. Но это будет просто выступление. А, я так понимаю, люди интересуются именно совместным сотрудничеством, когда она вновь будет петь ваши песни. Мы договорились, что в этом году, а в этом году, ребята, Алсу 50. Если сложить возраст и время хождения на сцене, то даже больше. 20 лет на сцене. 20 лет. В 90-м году мы выпустили «Зимний сон». Да. То есть люди, которые сейчас заканчивают институт, тогда еще не родились. А мы они даже не знают о такой песне. Правильно. Это мы выросли на ней, это мы плакали, хотели. Да, я помню эту песню. «Зимний сон». Хотели белый сон. Здравствуй, радио, шансон. Конечно. Я вот охотилась за белым свитером. За таким же? Да, конечно. Не нашла. А многие мальчики на этот белый свитер, в принципе, да. Молились, конечно. И мы с Алсу планируем в этом году сделать ее сольный концерт в Кремле с нами, всеми теми, кто помог ей стать певицей, той, которую до сих пор любит и знает страна. Будут ли на концерте исполнены новые песни? Обязательно. Ваши песни? Да, они будут исполнены, я уже готовлю произведений и надеюсь, что они тоже придутся по душе подросшей армии поклонников. То есть мы сейчас можем успокоить всех, кто присылал нам эти вопросы. Алсовцев. То есть сотрудничество с Алсу будет, да? Оно, да. Алсу не пропало, Алсу есть, будет и всегда будет.